Уважаемые родители, еще раз напомню, это огромная прям просьба к вам. Детки не подходят, держите их крепко во время бармен-шоу. Ну что же, раз, два, три, пиратский перерыв. Пурим продолжается, наш пиршет сам в разгаре. Бармен-шоу, Илья и Алексей, встречайте! Поехали! But it's
Еще два человека нам необходимо, желающие, просим вас. Еще два человека, выходите, не стесняйтесь. Взрослые идеи, это единственное условие. Выходите, выходите, молодой человек, вы зря так долго тянете руку. Вот раз, два, есть у нас. Я сама снимаю. И две девушки, два джентльмена и две девушки, совершеннолетние девушки. Раз, девушка, тебе сказка, не присутствует в конкурсе. Это, видимо, какая-то хорошая знакомая. Её так радостно она схватила биту. Вы готовы? Еще поддерживаем! Можно, тебе можно, еще разочек, без алкоголя уже просто. Я смотрю, ты удовольствие максимум от этого получаешь. И следующая пара участников у нас. Сейчас придаем каску почета следующему участнику. А у вас есть девушка напарницы вам? Давай, не расскажи себе в удовольствие. Давай, 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 давай! Не пропускай его по голову! Дольше всех сомневалась, сильнее всех лупит, вы заметили, да? Вот она, понимаешь, открывает душу свою. Вот, вот, пожалей мужика. Ей нельзя. Спасибо. Девчонка, большое спасибо за помощь. Я так понимаю, это финал? Громкие аплодисменты! Если кто-то хочет повторить, они ждут вас на барной стойке. Как кому понравилась идея с карточками, битами и прочими историями, подходите. Мы всегда рядом.